Так, не понял. Подожди, подожди, Сур, мы когда вертались с грядок, этой коробки здесь не было. Да, реально. Это странная коробка, согласен? Да, реально. Бальдетрон. Очень странно. Я уже разговаривал, подожди, до чего. Я еще... Тут какой-то пароль надо ввести. Давай хоть, давай хоть подписчикам скажем, что тут происходит. Всем привет, дорогие друзья, с вами Кисля, Вейзербро, и со мной сегодня Супру. Всем привет, друзья, я Супру. И сегодня, ребята, добро пожаловать в наши новые ролики, потому что сегодня, ребята, мы когда Супру выходили из дома, то этой коробки здесь не было, а когда вернулись, то тут появилась какая-то посылка или коробка. Стой, а расскажи, посмотри, какой скин. А, да, кстати, ребята, сегодня Супру сменил скин, потому что у нас что-то, у нас какие-то проблемы с Майнкрафтом, мы просто не можем поставить скины, да, Супру? Да, мы почему Гэмми просто не снимается, он не может поставить скин. Мы с Майнкрафтом сейчас 10 минут старались, чтобы записать этот ролик. Ты ж молодая легенда с этим скином. Да, я знаю. Окей, короче, смотри, я не знаю, что надо сделать с этой коробкой, но погнали в деревню. Давай сперва что-то со склада возьмем на всякий случай. Что, можно сказать? Гриффи Про он не может сейчас сниматься, потому что у него там с скином тоже проблемы. Погоди, а что, у меня пол хп? Откуда я знаю? У меня майн завис просто, окей. А, да, ребят, смотрите, у нас тут обновились люди, тут капец. Нет. Не рассчитал. Нет, выезда. Так, смотри, берем броньки. Смотри, берем броньки и все, берем броню, меч, топор и кирку, и все. Смотри, яблочки. Не надо. Скин берем. Да, подожди. Где броньки наши? Че? Подожди, а где броньки наши? Реально. Так, ребят, мы вернемся через секунду. Так, ребят. Начинай. Так, ребята, все, наши броньки вернулись, да, Супру? Да, ты куда был у вас? Да, так, все, погнали, берем броньку, ставим вот эту вот штучку. Это типичный Супру, когда взял броньку, все, вот она обратно. Окей, смотри, мы вроде уже обмонтировались. Давай на всякий случай возьмем золотые яблочки. Зачем ломаные золотые яблоки? Да. Что-то яблоко в сушеном бульоне. Да. Потом надо... Давай не будем их пока что использовать, на всякий случай, если нам пригодятся они для чего-то. Окей, смотри. Сейчас тебе соль зашла. У нас какой-то лаг, и наша новая модная. Да. Мы на ней позавершили. Нет компов. Да, реально, как мы без компов? Ну зато ПС есть. Да, стой. А давай. Надо закрыть эти люки. Три. Так прикольно не закрывается? Да, такая анимация. Погнали. Так, давай, выходи. А, смотри, я понял, что мы не можем открыть, барьеры стоят. Тебе нам надо сперва... Да, смотри, я вот сейчас завис, смотри. Да, реально, погнали, короче, в деревню. А что, открылось, мы будем задания? Дальше будем искать код какой-то. Подожди. Что, мы будем какие-то задания, чтобы он открылся такое, куда обожжены по деревне? Не знаю, но возможно там... Подожди. Супру, я вижу какого-то жителя непонятного. Где он? Там житель с сундуком. Как ты быстро идешь? Как ты быстро идешь? Или лагает? Или как что-то другое? Подожди. Житель, привет. А что это у тебя в сундуке? Ребят. Короче, я знаю, кто пришел к вашему дому и оставил посылку, но мне нельзя говорить, кто это. Короче, смотрите. Вы должны купить у меня карту за 5 изумрудов, поэтому давайте ищите. А что он к нам за Бобик? Окей, неважно. Так, житель Супру! Житель сказал то, что нам надо найти алмазы? Ой, изумруды? 5 изумрудов. У него там карта стоит. Я первый изумруд нашел. Где? В кузнице был. Погнали искать, нам надо 5 изумрудов. У него карта какая-то. Да, нам надо получить 5 изумрудов, и он еще нам сдачу. И он еще нам сдачу 5 изумрудов. О, еще один! Возьми, короче.
Погнали искать еще. Ребята, я вообще не понимаю, сколько... Изумруд! Тут этих изумрудов может быть вообще? Сколько раньше? 5. Смотри, нам надо искать, где могут быть эти изумруды. Как ты думаешь, где они могут быть? Откуда я знаю? А реально? Погнали сюда. Может, тут будет... Я наверху что-то есть, я думаю, кажется. О, два изумруда! Мой! А твой? Хорошо, это почта. Ну, тебе-то я тебе изумруд, на! Так где? Вот. Там остался последний! Всё, прыгай, почта. О, я вижу! Я вижу! Все, вообще я его не заметил. Погнали покупать карту у жителя. Че, я вот сейчас не заметил, как так быстро? Я не знаю, я с высоты просто заметил, то, что там какая-то рамка стоит. Типа. Я могу сказать, а что делать, если мы с вами Петрович? Ты можешь на свой город по бомжерилам или бомжами? Мне не могу звонить. О, окей, так, житель, смотри. Мы шли по изумруду, давай нам сдачу. Стой, 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 стой. Вот тебе. Давай разговаривай с Петровичем. Вот. Все, житель, спасибо. Да подожди, сбрось трубку. Все, спасибо за карту. Да, ребят, только будьте поосторожнее. И заметьте одну вещь на карте. Какую? Собранный крестик вижу на карте. Ты что делаешь? Мы же не сбросим. Чел, разговаривай пока с Петровичем. Окей. Ты всегда у телефон. А, окей. Так, ребята, сейчас я поговорю с Петровичем и все. А, ну мне не разговаривай. Так, все, мы договорились. Все, погнали идти по карте. Сейчас, иди за мной, иди за мной. Я смотрю на карту. Что за кадром делать, типа, что ты не разговаривай потом. Подожди. Я просто потом разговариваю, потому что там, типа, они далеко не затягиваются. Супруг. Чё, я крест вижу. Я тоже. Подожди, чё это за крест? Чё, может подкопаем под него? Ну, давай подкопаем. А, у нас лопаты нет, окей, давай руками. Ты не знаю, где тут клад. Чё, может, это клад, да? Ой, клад. Я сундук нашёл. Это клад, стоп, это, да? Тут кнопка. Тут кнопка есть. Было? Кнопка. Странно. Стой. Как же машину надо сделать? Чё? Так, где сундук еще один? Не знаю. Тут стопудово должно быть два сундука. Я вообще не понимаю. Давай будем поглубже. Давай поглубже будем копать. Так. Что я нашел? Тут тоже кнопка. Кнопка! Подожди. А зачем нам? Подожди. Собра, смотри! Таблички. Идите за дом Грифера. О, погнали! Откуда ты знаешь, говорит я твое имя? Да, реально. Очень странно. Ну погнали за дом Грифера Про. Это там возле речки. Стоп, супру. Тут какие-то две коробки. Погоди, у вас же есть кнопки. Давай их используем и поставим. Смотри, давай. Я же видел оттуда, когда я пошли в церковь, потому что я не заметил. Ты смотри, тоже? Давай ты... Да я просто внимание. Смотри, тоже. Смотри, подожди, еще не заходи. О, все, заходи. Ребята, я не знаю, где я. Где я? Я не понимаю. Супру. Подожди, у меня какой-то сундук. 656, пароль, походу. Да, а у меня...
112. 112? Да. Тут 100... есть элитры, нам придется на элитрах. Блин. Я... Ты не знаешь, что я плохо умею на элитрах? Попробуй и почувствуй. Ну или я не знаю. Все, погнали! Погнали! Нет! 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 О, запомнился у нас дома. Чего я тут? Погоди! Так, смотри! 6-5-6! Знаешь? Да. 6-5-6, 121. Так, ребят, мы поставим на паузу и посмотрим, как ввести этот пароль. О! Гривер про. Сумра, смотри! Что это за чувак? Стой! О! Он на меня! Ты куда, чувак? Подожди, подожди! Есть золотые яблочки! Нет, бей его, бей! Давай! Подожди! Подожди, 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 что-то падает! Ё-моё! Сумру, смотри, сколько здесь алмазов! Ё-моё, ё-моё, ребят! Смотри, собирай, собирай! Подожди, подожди, у меня какая-то книжка! Это мой сюрприз, ваш подписчик! Это ваш подписчик был! В общем, друзья, как долго у нас сегодня получилось? Со мной сегодня был Супру и все. Папа, помогите! Короче, ребята, всем пока-пока! Неплохо, помогите! Обращайся уже. Пока, неплохо! Всем пока-пока, я сейчас буду лечить Супру. Пока.